Новый появится, ты не сразу. О, теперь показывает, что меткость на кольце. Нормально. Давай. Лилить. Все зашли. Бузер, фласки, припоты есть? Че вы, в смысле, уже на замене кто добирает? Все, ладно, брата. Ну, если че, легионер, я на другом реалме. Угу. Так, полбаф отдали. Чек на готовность. Арчис готов. Рыбу поели. Еще раз чек на готовность. Арчис. Все готовы, отчет на пол. Ласки пропить не забыли. Сколько лет там? 25 лет. Алиса прохил. Спрот выпил, надеюсь. Топнули ДПС, переводи. Топнули. Собрали танки, трэш. Так, лопасос БРА, чисто. Уешим. Найдите оба, который меня бьет. Готовимся с переходкой. Винар на хил. Готовимся, не переводим. Лови. Ловим. Ребята, блядь, стопать ДПС, когда надо переводить босса. Не научились? Минус 3, блядь. Напор на Мексторку и на Сомалийского. О, ешим, Геру дали. Бузер без мана. Холи Пау заливал, когда поверил. Статем ставит. Кстель, гимноману. Заберите с меня моба, иначе нахуй минус 4 будет. %50. Быстрее по мобам играем. Я
Почти сотка. По боссу стопнули, играем по мобам. Ну, заморозило. Переведешь. Блять. Дима, забирай, переводи. Его нужно перевести заранее. Блять, ничего. Что за секунду? Брали. Бегли. На ком диван был, нет? Не, Алис, тебя заморозило лишь потому, что на меня кинулась метка, и ты прям через меня пошла. Только поэтому тебя заморозило. Пошла бы ты через меня, было бы норм. Ставьте переход танка. Ну что, танк сейчас, как смотрите, на босса по правой стороне вводит. Ну, я, наверное, должна ориентироваться на то, как милики стоят, а не вы на то, как я перевожу. Тебе, а как мне отойти, если на мне дебаф, и я встану не 5 секунд, а она идет на меня? Я не могу никуда уйти, Виби, не тупи, а? Фигню говоришь. Турбо, давай, масс лес. Биби, я стою у стены. Вот с правой стороны, прям у стены. Так не стой у стены, зачем ты там стоишь? Там, чтобы стой. Ко мне никто не ходил, я там стою. Вот ты херню сделал, из-за этого танка заморозил. Простя, бля. Моба словили. Сейчас ее не морозило, было нормально. Так не стой там, КДДшники вообще там не стоят. Все правильно говорят, на пути танк вообще никто не должен стоять. Готовься цеплять. Цепляй. Рыба стоит, рыбу поели. А куда ты предлагаешь маликет? По центру? Давай по центру сволосим. Похуй, на центре не стоим тогда. Алиса, какая нахуй правда? Тебе хоть кто-то какое-то слово, блядь, сказал нахуй, что ты, блядь, мне шарпистул начал писать то, что я ною, блядь. Потому что ты до этого начала ныть. Да всё, тихо, хватит уже. Закрылись. Справа, слева, хилы, РДД, набирайте рейндж, потому что будет на фазе чистоты, забыл, кидать босс стан. Чек на готовность. Арчис. Все готовы, отчет на пол. Мимо. Нормально. Проще переводить. Переводи. Переводи ее. Словили мобов. Не оешим пока что. На пол дали. По сомалийскому и микстурке. Геру дали, оешим. Пана забрали моба. Быстро.
Пинту баф. Готовься. Побежала. Вина прохил. Стоп на левое Е. Словили. Стопнули, блядь. Сука. Стопнули, значит, стопнули нахуй. Легли. Вот да, такая, Леди Ван. Вот такая штука происходит, когда он обратно возвращается на первую да. платформу. Когда он с платформы уходит. Ребят, блядь, дайте перевести нормально. Сука, не гонитесь за ДПС, блядь. Если вы нахуй не дадите ему перевести, как сейчас, блядь, было, 8 мобов. Мы их просто не сможем нахуй не прохилить, это раз, танков. Во-вторых, не сможем забить. Вот пан правильно пишет, если вы дурак, имбецил и срываете агро, то перейдите на ту сторону, куда босса надо привести. И пускай, если он вас будет на вас идти, то не призывает 1000 мобов. Прочитайте, что пан пишет. Вам, блядь, говорят, нахуй, стопните агро. Нет, блядь, стоим и бьем, нахуй. Предлагаю при переходе кидать во турбо палево. У турбо Ignite херачит по 30к, извини. Дота тикнула, на него босс ушел, он это даже никак контролировать не сможет. На этот раз на клыкача ушел. Значит, клыкач у нас такой хороший. Ханш. Нет, просто перед каждой переходкой надо давать это на пол. Может. Пусть переходит сразу на ту платформу и все. Эльрей, у вас этот, как его, на пулы откатывается? Да, там все откатывается. Ну, можем держать это по факту. Я даю на Сомалийского, так как ты говорил. Сразу выходит трэш, я фаном Найзов. Клыкач, с тебя на полный Эвинар при каждой переходке босса. То есть он перевелся, да, появились 4 мова, ты босса напуливаешь в Эвинар. Если босс бежит на тебя, притворяешься мертвым. Тём, по турбе салево давай, все равно. Мало ли что, крокнет в этот момент, прям так переходит, и босс сорвется. Да пусть турбо на ту сторону переходит просто, да и все. Сорвется на той стороне. Зачем мне на ту сторону переходить, если я стою наверху, где флаг, вот справа, слева есть флаг? Просто не успеет перейти, и все, босс идет и вызовет еще трек. Салево нажать одну кнопку, ребят. Теперь смотрите, то есть остается там 5 секунд до каста от этого 100%. Берете, спускайтесь на ту сторону, на которую будут босса вести, и все. И похер, что он на вас сорвется, он будет на той стороне, где мобов уже, ну, вызовет 4 моба и все, не побежит назад еще 4 вызывать. Следующий появится, тени. ДПСа просто с головой хватает. А не этого, блядь. Нового тяни. И этого загрите. Охуенный танк против конца рейда, как обычно. Рыбу поели, чек на готовность. Что-то так. Мне больше. У меня какой-то бафа нет, я не стык. Пробуй ДМК, пожалуйста. Еще раз чек на готовность. Все готовы, отчет на пол.
не готовься к переводе. Стопнули. Собрали мобов. Геро уешим. Сведите мобов. Мастера забрали, сморфиса забрали. Быстрее по мобам играем. Босса поверни на ход этот, введение на себя. Все, нормально. Готовься. Переводи. Стопнули. Вот о чем. Убрали мапу. Уешь. Маба. Мобов собирайте и под босса. Поворачивай на ход. Переводи. Стопнули. Собрали. Спана заберите. Спана забрали. Уешим. Шреда разобрали, быстро. Гимноману, Кастиэль. На ход видения. Побежала. Стопнули. Собрали. Собрали, собрали, собрали мобов. Не уешим пока что. Не уешим, дайте собрать. Не уешим. С мастера заберите. На полу давайте этот, роги, ханты. Не забываем. Можно еще гимноман? Что, пистол гимноману? Быстрее уешьте. На ход видения поворачивай. Повела, повела. Стопнули. Мобов дали собрать, не уешим пока что. На полы подавали. Уешим. Спана забрали. С мастера спана забрали быстро мобов. Быстрее, по-моему, вам играем. На ход видения поворачиваю.
Повела. Стопнули. Собрали мобов. А уешим. Агро. Мастера моба забрали. Стрипом вам. На ход ведения поворачивай. Вина прохил. Дима, прожимку. Я встань. Блять. Лопасос, бери микстурку. Сомалийский, прожимку переводи. Про этот, пробафали микстурку. Собрали мобов, стопнули АОЕ. Далее собрать. Далее собрать. АОЕшим. Спана забрали. Шредер на турбой со сальву дай. Винар прохил. Дима, прожимка есть? Давай прожимку. Я добавил там. Сомалийский, у тебя прожимка есть? Нет. 40 ману против. Царь, на ману есть. Дай. На ход ведения поверни. Готовься бежать. Нужен первый босс. Даю. Побежал. Побежал, а? Рано, рано еще, блядь, давать деньги. Гера есть. КД. Дали мобов собрать. Не уешьте сразу. Спана заберите. Набрали мобов. Поуешим. Это последняя переходка будет, походу. Да. А уешьте мобов. Опять стану. Скажи. С мастера забрали моба. Быстрее по мобам играйте. Играйте по мобам. Мобов слейте. Винар слегла. Переводи на этот турбо. Дима, забирай босса. Турбо, уводи на этот. Дима, забери босса, играйте по боссу. Чисто по боссу сыграли. 300 хп. Порезали. Да там... Этот, метка на сомалийского просто кидается. Рядом стоит и микстурка, и Винар. Вот. Да, там два раза. Алиса, возрадуйся. Хотя бы чё-то. А чё возрадуйся, микстурка по фейру выше. Не хочу этот. Мы трэш идем чистить или по воде ныряем? По воде. Я на стаминку хуйся. Не. Кстати, нахуй. Насчет этой тренинги писали, что-то она вместо 10 стаков дает всего лишь 2 стака. Плащ. Ну это, типа, не плащ, ключо. Чисто за 0% на этот, на трансмарификацию. А чем тебе не нравится арт и хаст? Чем? У меня на хаст другая твинка. Ой, не твинка, блядь. Блядь. Я в их сурка роли, да. Да? У нас твинки за фул. Да. Это был баблом, нахуй я пришёл. Тём, отойдут 2 минуты. Ну пока трэш чистим. Пошлися. Блин, все равно выше по прибору. Хуесос, блядь. Ладно, я любя. Если нет. Ты у него в честь. Я знаю.
с какой-то рандом босс. У Вивинар фулл хп, я даже с фулл хп ей кидаю зубы. И через 2 секунды ее почти убиваю. Да, даже прикол в том был, типа она мне 50% это стан. По мобам играем. Да все пошло по пизде, когда стан дали нахуй миликам. Техник, переход. По техникам. Там два раза был на сомалийском, говорю же. А он же стоит, танчит малов. Куда ему еще уходить-то? Все нормально, все прокидывается. Бывает. Ша, расслабимся на изи боссах. Правда, трэш нас? Да, понял. Ну что, кровопускание-то нормально бьет, да? У меня в ЦЛК, короче, был там Red War и Мухич, у них на 2 раза больше, блядь, кровопускания дамажило, чем у меня. Притом у Мухи... какой нахуй Мухи? Этот, блядь, Метис. Забой. Сколько я видел. Ты удивляешься? Ты видел, сколько у него силы? А у Red War 264 левел, но у него, блядь, тринки. Выбор вроде и воля, не помню. Правого тоже чистим, Дим, не забывай. Слева тоже идет. Право, первое. У него ни одного сокета в хосту нет. Да не уводи, право, цепляй. Право, цепляй быстрее. Поворачивай. Разошлись. Расходимся, милишники ушли. Алиса, Алиса, готовься этот, ловить второго. Я вниз прыгнула, чтобы никого не убить. Ну, блядь, молодец, нахуй. Сомалийский, готовься второго ловить. Я спекнулся, извиняйте. Ой, лови второго, Миксу. Дай Дима прожимку. Блядь, там паразиты убивают, нахуй, чё, блядь. Там не паразиты, а болезнь. Нунджу наберите там. Ну, Костеля убил этого. А паразит. Ух, мне шапки забудет. У, Тильникина! Подошел, хорош. Нахуй наверху не нужно. Лужа будет, да? Не знаю. Она я стою в луже. Вы отходите. Служа. Ред Виауру поставили? Стоит, стоит. Болезнь не на кому, ни на ком не висит болезнь. Идем пока. Висит, ты чё? В ринджу наберите, что болезнь спала. Иначе она на вас настакивается просто. Ну так ты не забывай, если лут не меняешь. Я лут сменил. Не, на самом деле кровопускание нормальное тогда дамажит. Если оно, сука, развешивается на всех, блядь. Готовимся, если лужа, выбегаем. Мобы. АОЕ на пул дали. По мобам играем. Это вход куда? Вот туда, прописывайте. Через этого, через водяного. Где трэш? Ух, ебать, водяной. Ренджо наберите. В ком еще паразиты? Да, интересно. Порезали людей и идем дальше. Хорош. Чё там, чулан, еще одно начисление приписать? Всего лишь тарашишки 6 штук украл, и все. Глядишь, за инст, так начисление можно накинуть. Пошли. А с них еще и тарашишка падает? Уёб твою мать, чулан, я пиздан. Там ранд, любая трава быка падает с них, любая. Только шанс просто на всех одинаковый. То есть даже так, очень редкая, да? Даже лотос. Все, кроме кошмарника, с них падает. А кошмарник самый дорогой, не?
Да. Самый дорогой это Лотос. Кошмарник. Лотос не трава. Кошмарник да, трава. Лотос это побочный эффект. Победный раш мне что-то слабее начал бить, это пиздано. Ведьма в приоритете. Там нету ведьм. Ну жить значит, блядь. Любви? Че баба ведьма? А моя вагиня? Каблук детектит. Для я, походу, отдельные шмотки поменял мне. Ой, латексная херня. Да, блядь, сарам. С фурика делай. Идите, я рез, ну. Идите, бейте. Знаете, кого же бить. Тут один моб, на. Что-то маг и волномут главный, все, чё. Это сначала надо было привыкать ротацию, блять, на вара новую, на Афурика. Потом сделал Армса еще одна новая ротация, блять. И обратно сделал Афурика, блять, пизда. А там ротация-то не сложная. На Армсе? 105? А нихуя. Ну, она типа не сложная, но мало ДПС с хуёвым шмотком. Я ещё через дробяшку был, блядь. Лучше бы через грань делал. Тишим надо. Мне, блядь, зов надо, который Миша Про забрал и уебал на игру, блядь, забил. Почему? Ну чё тебе Войд не нагадывает? Почему забил? Он в рейде. Где-то там забил. Я Миша Про в рейде. Восьмую пати, посмотри. Но он не в рейде. Ну он, блядь, в рейде, но не в инсте, нахуй. Ну, опоздал на замену. Надо было сделать как Войт, просто послать нахуй, забрать зов. Так, чтобы так сделать, надо собрать зов. Ну так, блядь, когда он у меня был, я мог забрать. Мастер, я тебе могу продать КД два босса. Мне КД на одного босса. Красава. Чё, ваше, блядь? А ты неплохо, однако, предприимчивый молодой человек. Что-то не могу понять, что ты там намутил в талантах вся одноточность. Мне бузданы гнев 5. Не знаю, я вот неистовство взял, чтобы его был второй. Можно его убрать, в принципе, и 5 подкинуть. Ты вроде все вкачал, что надо. Там выступление нормально, когда проклято. Ну, трэш, всякое. Ладно, суть. Я ж, блядь, билд менял нахуй время ЦЛК, блядь, так что я мог что-то напутать, нахуй, не повзять.
Я вот думаю, символ кровопускания нужен или не нужен? Да зачем? Зачем? Потому что он, походу, так это увеличивает. И меньше он в ротации может. Есть начертатель в рейде? Есть. Есть символ кровопускания сделать? Чисто потестить. Есть. А как, вместо чего ты его будешь втыкать? Сделай это. Чем? Вместо чего ты его втыкать будешь? Вместо рассекающего. Давай. Да, это бред. Пошли. У тебя ДПС упадет. На маф трэше, блядь. Да, маф трэше упадет. Смысл фурика ДПС 3-4 цели. Вот, скажем, на вальках. Смысл. Ну опять же, это если они летят вместе. Согласен, для соло таргетов есть арбит, который делает фурик. Я тебе расскажу больше, с Т5 он стал не соло таргетом, нихуя, блять. Да, ну я Т5 читал, но давно на фуре варе. Ой, на фуре, на РМС. У него вихрь раз в 4 секунды, и если там у него увеличается дамаг от этого. От вихря на 125% после прога. Так, понятно. Ну ты вообще механику вихря. Я фурика. Знаю, что он в одну цель тоже идет. Фурика он 2000 с двух рук сразу дает. Да, а у РМС будет только одну давать. Там какой-то мега круто. Ну суть в том, что в вихре, ну короче, в вихре Вармса у меня вылетает крит, то ли 29-ка нахуй с вихря, то ли еще больше. Ну это неплохо. На ребре я так идет. Причем он, блядь, увеличивается критом, 25% шанс нахуй от вихря, блядь, крит. Он, короче, что-то типа ретрика становится с этим вихрем Т5. Давай. Был вар стал гей. Угу. Звучало как по-гейски. У Вармса проблема с яростью, если трэш играешь. В одну цель нет проблем будет. Кому обмен за символ? Разошлись. Я же беру чисто почилить, поискать. Зависит ли он от косты, блять, и надо ли косту собрать. Да он как бы зависит, просто как бы не можешь выкупить. Отбежали. Как хоста будет относиться? Какие там регион? То есть сколько хосты ты наберешь, сколько силы теряешь. Чё профитнее? Царь, обезьян, зверей, дай мне чернила. Стань моими чернилами на символ, блядь. Когда смеяться? Вообще не надо смеяться, я тебе говорю, серьёзно. Плачь! Кто? Дим, дай прожим. Мы посол свидетельствуем. Я вот что думаю, нужен ли победный раш вообще юзать или нет? Ну как тебе сказать? И он как, когда она... по 56к настакивает тебе кровотечение. Ну, ой себе. Глубокий ран. Скажу тебе, сколько он бьет. 38 у меня кан. Ты понимаешь, что кровотечение это практически та же херня, что и Игнайт у мага. Кач, у тебя перчатки есть? Теперь.
Соответственно, чем больше ты кританешь, тем будет лучше. Стах моб идет. Да, есть у него. Я вообще никогда не читал, блядь, описание скиллов полностью. Согласен, бред эти скиллы, да. Вообще полнейший придумают. Я просто знаю, что он есть и что он делает. Так, все, я думаю, хватит. Дальше, ребят, у босса две фазы. Соответственно, фаза демона, фаза обычная. Что там, есть еще? Не, он в жопе мира даже не доходит. Отлично. Соответственно, сначала мы убиваем этих трех мобов, активируется босс. Будет сначала обычная фаза. Не парьтесь, у него раз в несколько секунд будет вихрь. Вихрь будет, соответственно, по разным целям. Без разницы. Каждый раз после вихря он сбрасывает агро. Соответственно, каждый раз, когда он переходит на фазу демона или на фазу обычную, он сбрасывает агро. Так что следим за этим. Дальше. Соответственно, ребят, на пульщики давайте на пулы грамотно. РДД хилы на фазе, на обычной. Вы набираете рейндж между друг другом. Милишники бьют, соответственно, в этом. Ребят, прожимочки танки отдавать будет поочередно, если что, с командой. Дальше, когда начнет фаза демона, будет появляться несколько мобов, которые дуплят только одного человека. И бить их может только один человек. Они маленькие демоны. Соответственно, хил, танк, ДД, РДД, без разницы. Вы должны этого моба слить сами. Надеюсь, понятно. Соответственно, бузер просто... При фазе демонов старайтесь цепнухами не бить, потому что они отхиливают мобов. Ну и далее на 15% хп босс разделится, соответственно, обычную форму убиваем. На форму демона забиваем путь. По тактике это все, чек на готовность. Кто Тёма, МТ? Сколько у тебя хп, блядь? 670. Тёма, 700. Кто МТ? МТ Винар. У меня с сокетами 670. Все готовы? 670? Да. Ты что, ебанулся, на? Квит собирай, нахуй, не хочу. Собрали мобов. Ой, ну, блять, дайте пословить мобов. Лопасос, бэривай, да. Ты хоть прожимка-то пройдет, а? Звери. Пробаф Оливара. Идем. Пять секунд вихрь пошел. 5 секунд закончится. Набирай агро. Арчес повис. Фаза демона. Набирай. Эти тотемы, где сейчас босс стоит, а то люди стоят за ним и не достают до них. Появляются демоны, убили всех своих демонов.
Обычная форма, 3 секунды. Развис, нормально. Набирай, набирай, набирай. Вихрь пошел. Дим, дай прожиму. Набирай, бро. Пауза демона. Маленькие демоны убили. Морфис, сомалийский, Виби, Астер. Цепухи стоп. У нас нет планета. Обычная форма. Вихрь. Набирай игру. Пауза демона. Маленькие демоны убили. Буйзер, Шреддер, Клыка, Чарпсис, Маликет. Били своих мобов, цепнухи стопнули. Арчис, моба убей, который тебя бьет. Скоро переход. Переходная фаза. Бьем обычную форму. Геру дали. Вихрь. Дим, дай прожиму. Набирай игру. Вихрь опять пошел. Сапожки мои нахуй.
Ой, прости. Ребята, есть у кого-то чисто с босса без первого трэша аккаунта? Так, воин, охотник. Жить, смерть. Дима, у тебя какая? У тебя две или одна? Перч одна. Нахуй идея. А ну, возможно, следующий. Спасибо, спасибо, ребят, вы молодцы. Ну давай пану дадим. Один разбойник, рыцарь смерти. Император Шам. Да. О, он может 4 куска себе, да? 4 он будет собирать. Так, ботинки. Не знаю, мне сразу дали боб, я близко стоял. Ты стоял, видимо, далеко, а тебе боб не дали. Ба, сколько у них хосты, это пиздец. Так, пропавая врубил, пошли бить трэш. Давайте по волномуту играем, ребят. Чё стоим? Ну почему я баба? Дим, ты отошёл? Походу, да. Так. То есть, блядь, кровотечение нормальное, пока у босса 75% хп и больше. Всё, только большие остались. Спускаемся пока что. Занимайте позиции, хилы, РДТ. Лики, уйдите пока. Стоять, там их 2 сразу идет. Нахуй, 3. Добирай. Да, разбежались. Быстро. Рэнджу набрали. Ты что, на танк открыл, что ли? Рэнджу наберите. И сам Рогу завалил, красавчик. Кто? Да ты кто?
Я никого не валил. Да, смотри, на проходе рога валяется. Он стоял ты справа где? От тебя. Ты где? А, вот ты где. Взял рогу, опиздюлил. Шо? И вместо меня кто с правой стороны встаньте, где я сдох. Кто-нибудь из РДД там. Место есть. А у пана это первая Т5 или вторая? Первая. Вот эта вот хрень, когда он делает вот это вот землетрясение, если это можно сбить, по всем летит очень много, когда вот стаки эти. Может, она тайфуном этим сбивается? Может быть. Я хотел вас спросить, может, проверим, пока вкачано? Мобов лови. Бьем все по мобам. Болезнь. Не бейте, дайте ему нагреть спокойно. Потерял лопасти. Готовимся тоже выдвигать. Тоже. Сомалийский стой лучше. Ничего. Накиньте пока что там. Мы сначала на волномут или что? На волномут. Забирай. Болезнь. Рейнджу набрали. Быстро. Не сбивает. Ну ничего.